Вечернее переедание и поздние перекусы перед сном – это источники сотен лишних калорий, избыточных жиров и сахара. Мы также едим больше простых углеводов из-за стресса в течение дня, что ведет к нарушению сна. Неполноценный сон мешает ночному восстановлению организма. Отсюда повышенная утомляемость, стресс, переедание и ухудшение общего самочувствия на следующий день. Пропускать ужин нельзя. Вечерний прием пищи должен составлять не более 25% от суточной калорийности. При этом 30% калорий должно поступать из белка. Ночью это поможет контролировать чувство голода, и вы не будете просыпаться или перекусывать после ужина. И, конечно, не забудьте об углеводах. С ними вы должны получать до 40% калорий. Я с гордостью представляю вам Формулу-1 – вечерний коктейль, в котором учтены все эти факторы. Это вечерний прием пищи без лишних калорий, который помогает избежать вечернего и ночного переедания. Он насыщает без чувства тяжести и содержит ингредиент для полноценного сна и хорошего самочувствия на следующий день. Вы можете использовать вечерний коктейль как сбалансированный ужин или легкий перекус перед сном. Вечерний коктейль поможет вам следовать ежедневному плану питания. А разнообразие рецептов сделает ваш ужин и перекус по-настоящему вкусным.